Проспект Ленина, 104 и 106. Дома в процессе восстановления. Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами прогуляемся к дому номер 108, который находится по проспекту Ленина. Через дорогу дом 104, 106 и чуть дальше будет номер 108. Сейчас мы к нему пройдем. Итак, друзья, через дорогу дом номер 108. Мне нужно искать, как его обойти с другой стороны, потому что по кругу везде заборы. Отсюда хорошо видно, как дом восстанавливают. Частично уже установили окна. Заодно, друзья, показываю вам дом и номер 110. Отсюда видно, что у этого дома работает кран. Я нахожусь на углу дома номер 110. Зелинского, 33. Кран работает у дома номер 110. Зашел во двор Зелинского, 33. Дом частично начали восстанавливать. Строители уже поставили опалубку и ждут комиссии, когда подтвердят. И после этого уже будут заливать цемент. Восстанавливать пролеты. Жилой только один подъезд. Все остальные как бы более или менее. Ну все, удачи. Всего доброго, спасибо. Спасибо. Друзья, в этом доме жил хороший человек, и он жив-здоров. Я узнал о нем сейчас. Соседи сказали, что его забрала дочь, и они уехали на дачу. Все хорошо. Классный мужик, он мне москвича делал. И я часто проезжаю. Или прохожу, или проезжаю мимо Зелинского, 33. И все время о нем думаю. Валерий Иванович, если видите меня или слышите, я рад, что вы живы и здоровы. Итак, друзья, дом номер 108. Отсюда видно, что дом восстанавливают. Ближе я не смогу подойти. Везде кусты, заросли и заборы. Друзья, как же все-таки приятно узнать о том, что хороший человек жив и здоров. Желаю всем вам адекватным и здравомыслящим счастья, крепкого здоровья, мира и добра. Пока!